Проживающая в США Мария Машкова опубликовала в сети обращение к сотрудникам Федеральной службы безопасности России с просьбой оградить ее от мошенников, пишет Passion.ru. «Привет, от моего лица в Телеграме пишут и просят деньги у всех моих контактов. Не ведитесь. Я знаю, что на меня подписано несколько сотрудников ФСБ с фейковых аккаунтов. Пожалуйста, помогите, пока следите за моим поведением», — призвала актриса. Машкова также привела некие личные данные, которые, как она считает, принадлежат мошеннику. Ранее Мария Машкова сообщила, что участвовала в съемках сериала Apple TV+ «Женщина в озере». Сериал, в котором Машкова появится по меньшей мере в трех эпизодах, выйдет в онлайн-кинотеатре 19 июля. Также актриса недавно снялась в фильме «Лимонов», баллада об Эдичке режиссера Кирилла Серебренникова, премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале.